Добрый день! Приветствую вас на моем канале. Приглашаю сегодня вас посетить магазин Zara, посмотреть огромные скидки сейчас в магазине. Также мы зайдем с вами в магазин Benetton, посмотрим товары на скидках и также новую коллекцию, которая уже есть в магазине Benetton. Давайте же приступим. Ну и начнем с вами с магазина Zara. Как вы видите, скидки очень большие. Очень много товаров от 17 евро и ниже. Как вы заметили, ассортимент большой в магазине, выбор товара тоже очень хороший. Есть что выбрать, 50% точно есть такая скидка сейчас в магазине Zara. Как вы заметили, очень много товара от 10 евро. Топики всевозможные, кофточки. То есть даже за 10 евро можно хорошо купиться в магазине Zara. Как вы могли заметить, джинсы 16 евро, 20 евро, хороший ассортимент, разные цвета. Классические пиджаки по 30 евро, очень хорошее качество, хорошая ткань. Я думаю, что это очень выгодное предложение
которые можно приобрести в сезон скидок. И мы с вами перемещаемся в магазин Бенетон, посмотрим скидки, а также новую коллекцию, которая уже представлена в магазине Бенетон. Ну и как вы могли заметить, здесь, конечно, скидки намного меньше, чем в магазине Zara. Соответственно, покупателей тоже меньше. Это мы сейчас с вами смотрим из новой коллекции кофточку. Такой вот костюм в casual стиле, 70 евро брюки, 70 евро кофточка. Его можно, конечно, купить отдельно.
Как вы могли заметить, скидки действительно неплохие. И в моем предыдущем видео я показывала магазин со скидками 50% плюс дополнительно 20%. Некоторые мои зрительницы не поняли скидки, подумали, что с красным ценником это и есть скидка. Но сейчас сезон скидок, и от первоначальной черной цены 50%, а потом еще плюс 20%. Очень-очень выгодные цены. Я вам могу сказать, что я приобрела себе некоторые вещи. Вот, допустим, я купила шубку искусственного меха. Эта шубка мне обошлась в 16 евро. То есть скидки точно реальные. Это я вам могу однозначно сказать. Цены очень хорошие. Поэтому, если кто не видел мое предыдущее видео, зайдите, посмотрите. Вот от черной цены 50% и плюс дополнительно еще 20%. Очень-очень хорошие цены. Очень много людей. Люди покупают. Если бы это были обман, такого количества посетителей в магазинах не было. Вот такой вот был небольшой обзор двух магазинов Штутгарте. Магазин Zara и магазин Benetton. Но в Zara очень-очень хорошие скидки. 50-60% это 100%. И немножко, конечно, меньше скидки в магазине Benetton. Также я оставлю ссылочку на мое предыдущее видео, где скидки 50% плюс дополнительно 20%. И оставлю вам ссылочку обязательно на тот магазин, их интернет-сайт. Вы можете зайти посмотреть, кто, допустим, живет далеко от Штутгарта или нет такого магазина. Можете зайти на сайт, посмотреть, что есть. Тем более в Германии всегда есть возврат. То есть это не проблема, если вам что-то не подошло, не понравилось, вы можете вернуть без проблем товар. Поэтому оставлю вам ссылочки, посмотрите, может что-то вам понравится. Тем более, почему бы не сэкономить в сезон скидок. Он бывает всего два раза в год, и поэтому хотелось бы себя чем-то порадовать, какими-то обновками. Вот такой вот был, еще раз скажу, небольшой обзор. Всем удачи,
приятных просмотров. Заходите на канал. Не забывайте подписываться. Ваша активность мотивирует для создания новых видео, что-то необычное, что-то вам интересного показать. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Может, что интересного вы купили на скидках? Или какой бренд вам больше всего нравится? Что именно вы хотели бы посмотреть? Буду рада всем вашим комментариям. Спасибо за просмотр, удачи, оставайтесь здоровыми. До свидания.